как установить деловые связи с зарубежными партнерами и наладить долговременное сотрудничество. Действующих предпринимателей Актобе теперь обучают этому на специальных курсах. Первый этап проекта проводится в городе. Для этого туда прибыли ведущие иностранные эксперты и лекторы из стран Евросоюза. А в рамках второго этапа предусмотрена бизнес-стажировка на предприятиях Германии и США. Первые шаги к предпринимательству Тимур Нурпиисов начал делать еще 14 лет назад. За 10 тысяч тенге амбициозный парнишка приобрел бывший в употреблении копировальный аппарат, а первую прибыль потратил на обновление. Сегодня Тимур владелец копировального центра с серьезной базой клиентов. Я записался на эти курсы, чтобы расширить свои, во-первых, знания по ведению предприятия, по расширению горизонтов нашего бизнеса, а также, включая эту программу по зарубежным партнерам, мы хотели бы рамки нашего копировального центра расширить до полноценной типографии, для чего требуется качественное оборудование. Оснащение своей будущей типографии Тимур намерен закупить в Германии, но особенности ведения бизнеса там отличаются. Проект «Деловые связи» дает возможность действующим предпринимателям пройти обучающие курсы. Лекции читают иностранные эксперты. Тренер Надежда Маклари прибыла из Венгрии, чтобы ознакомить наших бизнесменов с курсом лекций на тему межкультурный менеджмент и международное сотрудничество. В проекте могут участвовать субъекты мало-среднего бизнеса, то есть руководящее звено предприятий, осуществляющие деятельность в приоритетных секторах экономики. Первый этап проекта предусматривает обучение предпринимателей, действующих предпринимателей. Второй этап проекта предусматривает зарубежную стажировку. Обучающие курсы для предпринимателей в Актобе проходят впервые. Лекции собрались внимательно слушать 35 человек, часть из которых прибыла из западных областей. Но лишь лучшие из них, кто сможет составить и защитить свой бизнес-план, поедут стажироваться за рубеж. Месяц за счет организатора они проведут в США или Германии. За 2 года в рамках проекта «Деловые связи» такой возможностью уже воспользовались 17 предпринимателей Актюбинского региона. Елена Устимович, Болат Молдагалиев, Айбек Даутов, Актобе.